Шлиссельбергере там не так уж он и сильно ошибся. В общем, он пока впереди, а на очереди выступление Ричарда Дорнбуша, ученика Тэмми Гэмбл. Довольная Тэмми Гэмбл. Ричард Дорнбуш хорошо откатался. Начал он с тройного лутца, с тройным тулупом, тоже оригинально держит руки эти два американца, как-то у них свой подход к тому, как держать руки во время прыжка. Редко кто на это обращает внимание, но частенько позиции рук довольно-таки смешные. Заметно в замедленном повторе. Это я его оригинальный и сложный заход на Ридбергер, который он легко сделал под аплодисменты своего тренера. Ну и также он сделал крепкий довольно-таки аксель. Можно было бы этот тройной аксель прыгнуть
немного более пролетно, но не было, по-моему, такой самоцели. Так все получилось хорошо, надежно, четко. Целых 70 баллов он набирает. 40 и 30, соответственно. На 5 баллов обошел Аарона по технике. И на 2 балла обошел Аарона по компонентам. И этого вполне достаточно для того, чтобы стать на данный момент лучше. Учитывая